Вечеринки на крыше многоэтажки устраивали жители Алматы. На ночную дискотеку во время карантина отреагировали соседи, которые пожаловались в полицию. По их словам, шумные мероприятия на крыше дома по улице Байзакова проходят каждые выходные. Музыка разносится на весь район, а отдыхающие танцуют, громко смеются и распивают спиртные напитки. В ходе проверки полицейскими на крыше обнаружены импровизированная сцена, столы и стулья для гостей, а также осветительные приборы. Граждане, которые находились во время проверки на крыше этого здания, были привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Это за загрязнение мест общего пользования и за распитие алкогольных напитков в общественных местах и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.